теперь, когда проблема озвучена, мы делаем диагностику кинезиологическую. Что мы будем делать? Мы находим через локализацию на яньских, на точках яньских меридианов на лице, находим основные эмоции, на которые возникнет положительная мышечная реакция. И подбираем арома масла и точки акупунктуры, с помощью которых мы будем делать коррекцию. Итак, сопротивляйтесь. Так, хорошо. Теперь делаем локализацию на нейролимфатические точки желудка. Они же точки тревоги. Обратите внимание. Первый, второй пальчик. Ставим на лобные губы. Сопротивляться. Видим ингибицию. Это говорит о том, что есть проблема эмоциональная. Теперь мы ищем точки, которые дадут реакцию. Вторая точка желчного пузыря. Тонкий кишечник. Есть тройной обогреватель. Вторая точка меридиана желудка. Есть. Почки. Есть опять. И печень. Печень посмотрим. Сделаем локализацию на пункт печени. Тоже есть реакция. Окей, теперь мы находим методы воздействия. Начнем с аромамасел. Подберем сначала аромамасла. Так, здесь лучше, чтобы пациент сам делал локализацию. Итак, точки. Начнем с желудка, учитывая, что у нас основная проблема желудок. Ставим пальчики. Сопротивляться. Получаем ингибицию. Набор эфиров один. Есть реакция. Два. Реакции нет. Ищем отсюда. Название не смотрим, чтобы было правильно. Раз. Два. Остановимся на этом, проверяем, все три работают. Работают, отлично. Теперь посмотрим, возможно, эти запахи помогут нам восстановить, скорректировать все нарушения. Делаем локализацию на лобной булгаре. Сопротивляться. Очень хорошо. Кишечник, толстый кишечник, давайте еще желудок. Да, очень хорошо. Так, эти эфиры мы будем использовать.